Всем привет! Это наше новое видео о нашей поездке в Польшу к друзьям. Я оставила Настю у друзей, а сама возвращаюсь в Киев через Варшаву. В этом видео я приехала в Варшаву и решаю, что делать дальше. Ищу, где зарядить телефон и где я могу переночевать. Я добралась в Варшаву. Да, вон там видно, летаем в Варшаве, даже написано на украинском. Ноги очень болят, гудят. Сейчас у меня телефон почти разряжен, поэтому сейчас срочно светит. Иду искать, попытаюсь найти розетку. Вот тут перроны для отправки, я так понимаю, автобусов. И там. Рядом вон поезда, то есть здесь железнодорожная станция, вот поезд как раз идет. Я стала посреди дороги, остановилась. Автобус опоздал на 35 минут. То есть, если бы я рассчитывала время впритык, ну я, конечно, и так почти впритык. У меня в 7 утра завтра самолет. Вот. Ну, отсюда я посмотрела, что если совсем все туго с деньгами, то отсюда до аэропорта где-то 2 часа пешком. Поэтому. О, здесь очень вкусно пахнет шаурмой. Такие супчики прикольные, можно покушать. А тут он даже ласково просит, но... О, туалет 2,50. Вот в туалет мы, наверное, пойдем. Хотя могли на автобусе сходить бесплатно. Ну, пойдем поищем еще подешевле. Вот. Ага, тут можно и переночевать. И хостелы есть. Он пахнет очень вкусно. Бонусні гігабайти можна отримати. Будете платити 6 гігабайт, а потім за 5 злотих 100 гігабайтів після поповнення. Можете собі таке купити. Опа. Ладно, пойду найду туалет і зарядку, а потім, якщо що, почитаємо. І, можливо, стоїть таке купити, я ще приїду сюди. Phone charger, зарядка для телефонов. Где зарядка для телефонов? Так, выберите вільну шавку. Натисніть, ставте. Ага, 2 злотих 15 хвилин зарядки и 5 злотих 40 хвилин. И тут будут кабели. Да, подключить телефон. Ага, то есть ты здесь оставляешь телефон на 15 минут, на 40 и вводишь пин-код. И тогда ты можешь зарядить. Очень прикольно. 5 злотых умножить на 8, это 40 гривен. Короче, 1 минута, 1 гривна. Ладно, пойдем сходим в туалет и, наверное, на 40 минут стоит оставить. Или на 15. Ладно, посмотрим. Неужели придется еще за туалет? Почему? Ну, я не пошла в автобусе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
О, надо посмотреть точно. Надо посмотреть, где, короче, здесь будет какой-то торговый центр. И там должен быть этот телефон. Зарядку я вряд ли найду дешевую, уже бесплатную. Но, похоже, туалет тоже. Информация, касса. Касса, такси. Тоже надо телефон оставлять. Ладно. Нашла карту, вон отмечено, где мы желтым кружочком. Иди из туалета. Идем туда. Бреду в поисках туалета. Кстати, какие-то ван-бар, и вон там Макдональдс светится. И часики есть. И где-то в той стороне должен быть туалет. В принципе, наверное, я все-таки пойду в Макдональдс. Хотя Макдональдс очень дорого выходит. Это... Сейчас посмотрим, что там за туалет. За 2,5 злотых я тоже не смогла сходить. Там, где мы видели. Там в итоге я подошла, поставила, там тетя так и не появилась. Поэтому идем вот в тот туалет. Короче, тут туалет оказался почему-то за железной проволокой. Надо его как-то по-другому обходить. Ладно, идем искать другой. Посмотрим, что тут у нас есть. Наверное, таки придется... Ой, как опять вкусно пахнет. Так. Большая заходня. Спустимся вниз, зайдем. Это железнодорожный вокзал. Так, кассы вижу, еду вижу, туалетов не вижу. Кстати, попробуем здесь интернет, потому что там у меня не загрузился. Он странный. Дональд странный без туалета. Короче, походу надо идти на заправку, которая в километре. О, а вот у нас табличка туалетов. О, так, 2,50 злотых, отлично, то же самое.
отлично. Квест найди туалет закончился. Теперь остался квест зарядить телефон. И не знаю, у меня не получилось зайти в интернет. Я не смогла посмотреть хостелы поблизости. Я посмотрела, что до аэропорта мне 1,5 часа пешком идти. Можно прогуляться, поснимать. И в принципе, учитывая, что самолет в 7 утра вылетает, то в 5 утра мне нужно быть в аэропорту. То я думаю, может быть, стоит уже поехать, получится с 10 до 5. Сейчас уже около 8 вечера. Пока дойду, это сейчас уже 10 получится уже. И до 5 утра это никак, это 7 часов потусить. Или поспать там, как-то сидя полулежа. Не знаю, пока в раздумьях, короче. Ну еще кушать хочу по пути, тут Петроночку хочу посмотреть. Но сейчас самое главное зарядить телефон. Потому что с собой нужно брать два вывода, да? С собой берите пауэрбанк, и если вы едете на автобусе, да, мне бесплатный туалет, идите перед выходом обязательно. Потому что вот иначе будете бегать по вокзалам, искать туалет, и в итоге найдете платный. Вот. Значит, идем искать зарядку. Вот так выглядит дворец автобусов, а вот тут вот ЖД вокзал. Сразу поворачиваешься так. Я решила не тратить время на зарядку и идти пока светло в сторону аэропорта. Короче, идти мне вот туда. Ну, пока что я снимать не буду и не буду садить батарею, потому что снимать тут в принципе нечего, разве что показать, что как тут активно ездят велосипедисты. Вот. Все остальное я снимаю вот такой вот парк. Говорят, у них было очень сухо, мало дождей, вот вся трава сухая. Ну и не стрижутся. Не такой аккуратненький газончики, как видели в других местах. Летит самолетик, судя по всему, из аэропорта Шопен. Полетел завтра, и я также полечу. До ближайшей бедронки мне 960 метров. И вот здесь мне, по-моему, нужно повернуть туда, пойти. Либо, может быть, вот туда вот поворот как-то. Сейчас надо свериться с картами и понять, туда или не туда. Тут вот такая вот большая развязка. Это же до пути, тут как раз на кто-то еще должно быть. В общем-то, пока так. Просто красиво. Ну, красиво. Красиво, ну, не то, что там вау. Обычный город, кстати, обратите внимание, вот дом жилой. Балконы там со стекла, и видно все, что стоит на балконах. Какой-то этот парк стремноватый такой. Ну хорошо, что мне вон там, где светофор, мне уже надо будет переходить на ту сторону, а там уже как-то я смотрю жилые дома, так, и какой-то так нормальный райончик. А вот тут вот, конечно, этот парк очень какой-то запущенный. Не знаю. Хорошо, что я не ночью иду. Велосипедист промчался. Кстати, на арендованном байке. Я пока еще не встретила стояночку. Он тоже парень едет на арендованном. Но мне надо, чтобы у меня был заряжен телефон и был интернет, чтобы разобраться с этими байками. Сейчас у меня нет ни того, ни другого. А ждать 40 минут, чтобы зарядить. Я так подумала, на автостанции из-за того, что мы опоздали, то я, по сути, уже потеряла 40 минут. И как-то по темноте сильно бродить одной не хочется. Поэтому я решила двигаться до места дислокации. Так, но я же не по это иду. Почему они едут на меня? Вот, я же вроде бы по пешеходному иду. В общем, мне тут надо перейти сейчас. А потом там, где смогут машины поворачивать на следующем светофоре, мне повернуть направо. И там буквально пару шагов, ну вот столько же, как между этими светофорами. Там где-то должна быть бедронка. Уже от бедронки куплю еды, перекушу и буду двигать дальше. Ну, наверное, буду идти все-таки в сторону аэропорта. Там я смогу и зарядиться. Все-таки прогулка из-за того, что так поздно, не получается. Надо посмотреть, как я взяла билеты в Гданьск. По идее, там лучше. Ой, тут надо нажать, а то я сейчас буду долго стояла. Все, чекай. Написали мне, нажала. Вот мне очень нравится, как у них тут берешь так просто. Очень мне нравится, как у них берешь тут так просто и нажимаешь. В Киеве у нас обычно
такие круглые кнопки, которые невозможно нажать, чтобы не ободрать себе ногти. Чтобы ноготь прям не сорвать, потому что у меня палец туда не помещается. Если ноготь хоть чуть-чуть выступает за палец, то тебе нужно либо ногтем жать, либо у тебя палец не помещается туда. Ну, это такой бред. И для меня каждый раз мучение на таких светофорах. И при том есть такие, что нужно глубоко-глубоко хорошо надавить. А тут вот прекрасно дотек. Ну, кстати, чекай, вот я помню еще в Гданьске мы тоже так стояли, мы минут 5 стояли, ждали. То есть... Вот это, конечно, неудобно. Но, видать, тут какая-то система, чтобы людей подсобрать или еще что-то. Так, все, буду выключаться, потому что у меня уже 10%. Все, пока больше не буду снимать, наверное. Машина с мопсами гуляет. Здесь вот такой вот жилой райончик. Да, маленький. Здесь авто, и он что-то желтенькое. Это, наверное, бедронка. Я, по крайней мере, очень-очень на этом. Такие маленькие домики. Такой тихий спальный райончик. Я уже 150 раз говорила, что не буду снимать. Но вижу красоту и не могу не снимать. Хотя на телефоне уже меньше 10%. Мне срочно нужно найти все-таки зарядку. Короче, у меня 5% осталось заряда. Да. Осталось 5% заряда. Я решила идти, пока телефон не сядет, а потом в ближайшем кафе уже садиться и все смотреть, что как. Там интернет в кафе должен быть. Зарядиться, я думаю, тоже разрешат. Уже придется там что-то купить. Перекусить. Да, к сожалению, дерунов не оказалось в бедронке. Печально. Ну и сейчас я посмотрю, что мне нужно, в принципе, несложно. Я так себе проложила путь, что нужно пройти прямо до круга. Там повернуть налево, потом дойти до большой магистрали и там повернуть направо. И потом идти до Макдональдса. Вот, а Макдональдс это уже там почти совсем рядом. Макдональдс это уже почти совсем рядом с аэропортом. Получается, прям на углу, можно сказать, но только что аэропорт еще надо будет обходить. Поэтому я уже там отдохну чуть-чуть. И вот эта сумка, она мне очень оттягивает плечо. Короче, очень я подустала. Ну, идти тут, в принципе, показала мне минут 15-20 до Макдональдса уже. То есть я дошла вот до бедронки. И до Макдональдса осталось мне совсем чуть-чуть. Ну, вон там вот. Уже сейчас я развернусь, сейчас я перехожу дорогу. Вот, а может, можно поснимать, пока не сядет полностью, пока не убью полностью телефон. Просто я подумала, что мне нужно обязательно выйти в интернет, так как я там не смогла подключиться. И я... ни мужу, ни Дарику не написала, что я нормально доехала до Варшавы. И то, что я не вышла на связь, да, в принципе, бесплатных мест полно здесь. И вот то, что я не вышла на связь и не написала, им вот это меня смущает очень. И поэтому у меня сейчас в приоритете найти интернет и написать им, что все окей. Что я иду, что я тут уже на подходе. Да, в бедронке купила вот такую штучку и вафельки. Вот. Но это надо не спеша сесть поесть. Но я, наверное, еще где-то перекушу. Это уже будет в аэропорту жевать полночи. Вон жабка какая-то, магазинчик. Сейчас дойдем. Прикольные такие домики, конечно. Вот магазинчик жабка. И тут вот такие вот симпатичные домики. Очень клево, мне очень нравится эта прогулка. Я совершенно не жалею. Да, то есть я бы могла там... Я не знаю, сколько будет стоить такси, но я думаю, что не больше 100 злотых. И, в принципе, это не такие уж и большие деньги. Но я экономная. Ну и кроме того, я люблю новые впечатления. И вот сейчас я люблю... Мне очень-очень нравится то, что я делаю. То, что я иду по новым путям, конечно. Единственное, что меня смущает, это то, что уже... Скоро 9 вечера. Вот это, конечно, потому что иначе я бы тут по целой Варшаве погуляла. Но, к сожалению, не получалось по расписанию так. Так как подбирался наиболее выгодный. Вот я дошла до круга. Да, видно круг. Ронда. Вот. И на Ронда налево. И теперь где-то столько же, или может быть даже чуть больше, нужно пройти, пока не будет... Ой, меня не видно.
пока не будет большой-большой дороги. Все, мне пишут, что уже 4%, там меньше 5. Ладно, наверное, все-таки я отключусь, потому что тут, в принципе, ну, вот, ничего так, особо даже нечего показать. Если будет что-то шикарное, то включусь. Посмотрите на эту пешеходную дорожку, да, и рядом вот это для велосипедистов, а дальше дорога. Вот это пешеходная дорожка у нас такая. Печалька. В общем, мне надо переходить на ту сторону где-то, но я тут не вижу, где можно перейти. Поэтому пока идем так. Надо было на круге переходить. Люблю, когда здания вот так вот обиты плющом. Очень мне нравится, хотя я читала, что это очень плохо для здания. Все, я спасена. Я нашла, где зарядить телефон. На заправке. А вот, купила себе латте, купила бутерброд. Это все вышло 14 злотых. А бутерброд с лососем сейчас покажу. Вот такой вот. Линк. Очень прикольный, на коричневом хлебушке. Сейчас буду кушать с моцареллой там. Такой лад. Да, подключилась к зарядке, к розетке подключилась. Теперь хоть присела, могу отдохнуть, расслабиться. В общем, сейчас сверилась с картами, и я шла правильно. А я почти дошла до Макдональдса, на которого наметилась. Ну вот раньше увидела заправку, и так как я не знала, сколько еще идти до Макдональдса, телефон уже сел полностью, выключился. Я не знала, сколько еще идти до Макдональдса. То я решила зайти попробовать удачи на заправке, и такие она мне улыбнулась. Ну и тут меньше народа, тут спокойнее, тут сама сижу, и там девочки-продавщицы, иногда мужчины заходят, которые хотят заправиться. То есть, в принципе, достаточно спокойно, сверилась с картой, шла правильно. А до аэропорта осталось 3,7 километра. И, в принципе, я думаю, но я все-таки склоняюсь, что если сейчас рядом зайду на Booking, посмотрю, если есть какой-то рядом ночлег, то я все-таки пойду, полежу, посплю. Часиков до 3 или даже до 4. 3,7, ну, смотря где будет этот ночлег. Да, если совсем рядом будет и прям по пути, что не надо сбиваться, то тогда можно и подольше. В общем, посмотрим, будем разбираться. Сейчас буду кушать и разбираться с картами. Всем пока-пока!